Всем привет! Ну что, наступил долгожданный декабрь, растаял наконец-то снег, закончился дождь и наконец-то выглянуло солнышко. Наконец-то тепло. Сегодня выходной день, начало декабря, и мы едем проверять наши лесные зоны, ближайшие посадки на наличие зимних грибов, а именно ламулина бархатистоножковая. Очень любим собирать этот грибок. Если кто-то еще с ним не знаком, я сегодня обязательно вам его найду и познакомлю. Очень вкусный гриб. Попробуем его отыскать, так как прошел снежок, были небольшие морозы. Сегодня уже все это растаяло. Со вчерашнего дня держится плюс. Я думаю, что что-то уже выросло. Поэтому проверим. Позвала свою подружку Викторию на прогулку. Поедем с ней, съездим. Погуляем, выпьем горячего чая в лесу. Заодно и проверим, а что найдем? Смотрите далее. Ну что, привет, друзья! Приехали мы в наше тайное местечко. Пойдем искать зимние грибочки. Пойдемте с нами. С нами? Ну, главное, ведь это грибочки, правда? Грибочки прежде всего. Ничего, сейчас переползем. Вот она, наша посадочка. Смешанная, дубовая. Дуб, граб. И очень много всяких разных деревьев, где предпочитает зимой обитать ламулинка. Это у нас, товарищ, Республика Адыгея. Поселок, точнее аул, по здешним обычаям, Афипсип. Вот он сам, этот поселочек. Канал, здесь рядом водохранилище. А вот это вот наша шикарная посадочка. Ну что, ползем. О, пробираемся сквозь грязь и воду.
Но мы дойдем до наших мест. А? Класс, да? Да. Кубанская зима. О. А вот и наша посадочка. Ну, как видите, снега нет у нас. Все растаяло в лесу. Ну что, идем смотреть, что нас ждет. Что-то мы, ребята, нашли. О, смотри. Да, ну-ка вырывай, посмотрим, что это. И те, и эти грибочки. Сейчас посмотрим, что тут нам попалось. Ой. Под коряга их много тут, да? Давай проверим, что это. Ух, что какие. Тут у нас? Вот они. Вот, но это этого опенок серно-желтый, мне кажется. Видите, пластинки какие? Ну-ка, дай посмотрю. Да, ножка такая темная, как у фламулинки, но, судя по пластинам, нет. По пластинам смотрим, это нет, это серно-желтый. Да. Это не съедобный гриб. Да, а вот эти вот. Тоже они же. Да, это тоже серно-желтый опеночек. Ну, красивенький. Сдалека, да, он очень похож на фламулинку, но, к сожалению, это не то, зачем мы сюда приехали. Ну, хотя бы что-то да есть в нашем леске. Пока идем, смотрим дальше. Жалко, конечно. Вот смотрите, что мы еще нашли тут под снежочком. Грибочки. Ну, несъедобные сразу. Мицены называются они. Вот эти поганочки. Ну, значит, есть грибочки тут. Вот такие. Значит, идем ищем дальше. Да. О, даже слизни кушают. Ребята, смотрите, что мы с Викой обнаружили. Что это у нас за гриб такой интересный. Давайте откроем его, посмотрим, что это. Это гриб рейши. О, да, ну это какой-то старенький. Ну этот старый, а у этого шляпка чистая вот внутри гименофорки. Это рейши. Трутовик наш, да? Древесный такой. Тоже полезный гриб. Да, очень полезный грибочек. Кто знает, собирает. Возьмешь? Да, обязательно возьмем. Берем, значит. Какие грибы, смотрите, ребят. Какие огроменные жители зимой бывают. Деревянные. Класс. Так, ну здесь у нас тоже, конечно, явно не фламулина. Это у нас, ребята... Галерина окаймленная. Вот смотрите. Видите? Какая у нее даже вот юбочка такая белая, которая стирается. Колечко вот это. Это ядовитый грибок, который мы не берем. Этот гриб ядовитый. И вот такие товарищи попались. Смотрите. Это рейши. Правда, уже такой он суховатый. На палочке стоял, я его отломала. Уже кондиция у него не очень хорошая. Значит, мы его не берем. Дрожжалку мы, конечно, тоже не собираем, поэтому оставляем ее здесь. И идем дальше, смотрим, что тут еще растет. Также попадаются такие вот меценки, или что это за грибочки, я не знаю. Можно проверить, посмотреть. Ну, это те же галерины, как я вам и рассказывала, и показывала. Сейчас поближе покажу. Видите, колечко вот у него такое, оно стирается со временем. Вот явный признак отличия этой галерины окаймленной. Это гриб, напомню, ядовитый. Брать его нельзя. Ну, наконец-то, наши старания вознаграждены. Смотрите, ребята, ну, прелесть. Что это у нас? Давайте смотреть. Вырывай. Какой. Покажем друзьям. Ребята, ну вот, наконец-то мы их обнаружили. Фламулина бархатисто-ножковая. Видите, как росла? Кучка из 5 штук. Какая спасибо. Прелесть. Чистая шляпка. Бархатистая ножка темная. Там еще найдем. Красота. Тоже. Растут страху. Они не по одному, они растут семейством. И мы будем сейчас тщательно здесь все осматривать. Я думаю, что найдем сейчас что-нибудь еще. Ну что, Викуль? Пошли, смотрим дальше. Да. Смотрите, друзья, куда залез. Выше моего роста грибок. Дрожалка сидит на дереве. Смотрите, сколько еще красивых грибочков мы нашли. Помимо этой кучки, давай к этой кучке еще. Вон они какие.
Ну-ка. Вау, ой, еще. Да, и маленькие тут растут, только-только начали, наверное. Денек. Ну, покажи, покажи на камеру. Давайте. Ой. Смотрите, дорогие зрители, какие грибочки шикарные. Опа. Видите, фламулинка. Вот. Ура, какие красивенькие. Ой, маленькие. Крошечные. Такие. Сейчас еще в травке пойдем поищем. Класс. Они тут спрятались. Ура. В дереве. Фламулинки красивенькие, сейчас сфоткаю. Фламулиночки? Да. Пойдем посмотрим. Давай. Смотри, тут вокруг дерева их. О, такая и красота! Семейка целая. Ой, давай. Сзади еще. Какие махонькие. А эти сфоткай? Да, сфоткай. Смотри, как ямку красивые присыпаем. Иду вам показывать. Да, сейчас соберем все. Смотрите. Подожди. Смотрите, какая красота. И я сейчас добавлю. Кучка из 5 штучек. Вот. Ой, она красавица. И вот они еще рядышком. Класс. Росли. О, целое семейство. Ой, пахнет грибком. А ножки какие симпатичненькие. Чистые все, красивые. Да. Красота. Все. Ура! Зима, зима, зима. Мы грибочки собираем. Класс. Смотрите, дрожжалка, да? Красивый грибок. Говорят, съедобен в сыром виде. Ну что, попробуем? Рискнем? Конечно. Чё, почему бы нет? Ну что, как на вкус? А? Ну, как желе. Желе сладкое? Только безвкусное. Вообще не соленое, не сладкое. Надо, значит, соль с собой брать, солить. Ну ничего такое, да. Прикольно. Такой интересный. Желтенький, симпатичный, как холодец. Да, ничего так, пробуйте, друзья, нормально. Кристинка плохого не посоветует. Что это за гриб мы обнаружили? Давайте поглядим. Не поганка точно. Это шампиньон. А какой, вот я вот не знаю. Желтеющий, видите, при надавливании. Это ядовитый шампиньон, мне кажется. Поставим его здесь. И еще один шампиньончик тоже попался. Это тоже более старший такой, наверное. Да, тоже шампиньон. Такой же при надавливании желтеет. Тоже оставим его тут. Друзья, ну что, наша воскресная прогулка подошла к концу. Мы погуляли очень хорошо, душевно сегодня. Даже нашли немножко грибочков. Сейчас вам покажу. Ну, пускай их немножко. Чуть-чуть. Ну, такие симпатичные. Классные. О, какие. Вот люди едут мимо. Ну, а что мы тут делаем? В общем, здорово. Погуляли от души сегодня. На улице у нас сегодня 3 градуса. Ветра нет, достаточно тепло, птички поют. В общем, отдохнули классно. Спасибо, что с нами тоже гуляли за компанию. Оставайтесь с нами на моем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Будет интересно. Далее будут только зимние грибы. Да, всю зиму. Побольше. Побольше. Конечно. Будем собирать. Ну, вот смотрите, начало положено. То есть сезон зимних грибов мы сегодня открыли. Декабрьских грибов. Да. Это фламулина, а будет еще также вешенка. Ну и посмотрим, что еще. Сегодня даже зонтики попадались подмороженные. Всем пока, ребят, до встречи!